Вот, проехали первое метро, станция Милнаука. Не знаю, что за Мил. Милая, наверное. Главная наука. Так, а до центра нам еще 5 километров. Вдалеке виднеется торговый центр. Ух ты, Магнит называется. С Рублевским, Спортмастером. Вайкики, LC Вайкики. Так, что тут у нас еще интересного есть? Тут строящиеся жилые, очень симпатичные домики. Кто еще что видит красивое? Я вижу Стройку. Так, отлично. Алми, супермаркет. Арки, Кинотеатр, кинотеатр стоит. спортхит, кари. Ну ладно, сейчас посмотрим. Какой-то. Что там написано? Гандлёва центр. Вообще по-каковски это, наверное, все-таки по-белорусски. Титан. Так, тихо. Кто тут поворачивает? Осторожно. Следующая станция. Какая, Надюша? Петрушевская какая-то. Петрошчины. Белнефтехим справа. Слушай, так станций метро много. Да? Беларусьбанк. Вот он, главный наш финансовый центр города Минска.